Интересные факты о космической еде. Первое. Это стильная упаковка. Все сдержано, элегантно и стильно. Второй факт. Подробная инструкция. Вау. Все максимально детально написано понятным языком, со всеми предупреждениями и мерами предосторожности. Третье. Полная комплектация и хороший состав без лишних добавок. Помимо самой тубы с борщом, есть влажная салфетка. Еще внутри деонизированная вода и пакет для разогревания космического питания. Следующий факт – это очень маленькая порция. Всего 165 грамм. Факт номер 5. Дороговизна. Средняя цена в ресторанах Москвы за тарелку борща с говядиной примерно 240-300 грамм варьируется от 350 до 650 рублей. Очевидно, что ценник на космоборщ рублевский. И последний факт. Никакого волшебного и космического вкуса. Совершенно обыкновенный посредственный борщ. Вывод. Задумка очень интересная. И есть можно. Стоит ли пробовать? Думаю, стоит. У меня все. До новых встреч.